Добрый день еще раз. Good afternoon again. Let's continue our lecture. Давайте продолжим нашу лекцию. We stopped with non-contact devices. Мы остановились на неконтактных устройствах. There are nearly two types of indicators. So, single reading devices and the camera field device. Okay. Also, the sometimes people use name pyrometer. Okay, for camera field device. But we will discuss a little bit later. First of all, let's speak about single reading devices. У нас есть, мы можем разделить бесконтактные устройства на, по сути, два типа. Это устройства, считывающие один параметр, да, и это устройства, которые считывают, фотографируют поле. Ну, давайте начнем с устройства, которое считывает один параметр. Usually single reading devices is devices that works on infrared radiation. So they are measuring the infrared infrared signal, yeah, almost as the infrared indicators that you have used for LEGO EVA, EF3. То есть вот эти устройства, они используют инфракрасное излучение. В общем-то, где-то они похожи на те датчики, которые вы использовали в LEGO. Помните инфракрасные? Да, помню. So these devices, they just taking, indicating the infrared field of the object and can indicate the temperature by that infrared. Yeah, it's almost like some animals see the night. То есть они просто берут, считывают инфракрасное излучение, где-то похоже на то, как животные ночью считывают какие-то передвижения каких-то объектов. Or the army devices also measuring. Или как, например, армейские какие-то устройства. Похоже, считывают. But infrared, also such type of devices now are used by the business for measuring the temperature for our epidemic situation. В принципе, те же устройства такого же плана используются для бизнеса, ну, сейчас у бизнеса, для того, чтобы в нашей эпидемиологической ситуации все это температура мерить. But for such type of devices, there are two minuses, two disadvantages. So, first one is that the object that you which temperature you are measuring should be much higher than the environment. Вот. Но у таких устройств есть два основных недостатка. Первый – это то, что ваш объект, температуру которого вы меряете, должен быть намного теплее, намного горячее, чем в среда, в которой он находится. So, for example, these thermometers that you are in some cafes or restaurants they are using, yeah, they cannot measure the temperature, for example, of a very hot thing, or of the very not cold but normal room temperature things. Вот эти устройства, которые вы используете сейчас в кафе и в ресторанах, они могут мерить. Они могут мерить, допустим, они могут мерить, допустим, не могут мерить очень горячие вещи, температуру, и не могут мерить температуру каких-то вещей, у которых почти комнатная температура. And another problem is that they
the accuracy of such device are very low. А второй, вторая проблема – это то, что это устройство с очень плохой точностью. It means that if you need some accurate, exact measurement, this type of device are not good enough. Поэтому если вы хотите нормально, полноценно померить какие-то вещи, то это устройство не подходит. So if the difference in temperature can be, in measurement, for example, 1 degree plus minus 1 degree, that such type of devices can be used. Вот. Ну, если вас устраивает там плюс-минус 1 градус, то это такие устройства вполне подходят. Эдуард, про Ильяса поняла, ну, ничего сделать не могу. Ну, вы знаете, я не смотрю на посещение. Мне важно, чтобы вы просто освоили информацию и дали работу. Передадите ему по поводу того, что это аттестационная неделя, и надо сдать 6 работ практических и 5 работ собрать в сервис. Хорошо? So, these single reading devices are okay, but not very accurate. То есть, в принципе, такие устройства, они нормальные, но не очень точные. So, but next type of devices are more common in manufacturing when you want to measure some very hot stuff. Другие устройства, они чаще используются в производстве, особенно когда вы хотите измерить какие-то очень сложные, очень горячие вещи. Also they are used in astronomy. Также они используются в астрономии. For example, to measure the temperature of some stars. Например, для того, чтобы измерить температуру различных звезд. Or even the temperature of some planets. Or some any other astronomic object. Для того, чтобы измерить температуру звезд, планет или других астрономических объектов. So, to understand better the principle of working of such devices, you can imagine the candle. Для того, чтобы лучше понять, как вообще эти устройства работают, вам можно представить себе свечку. So, if you will look at the fire on the candle, you will see that this fire have several types of colors. Когда вы посмотрите на огонь свечки, вы увидите, что свет, вот это пламя, оно имеет несколько цветов. And the temperature of exact part of exact color is different. И, соответственно, цвет вот каждой зоны, он соответствует температуре в каждой зоне. So if you will measure the even by the non-contact device the, let's say, color of the object, you can understand the temperature. То есть если вы возьмете вот это устройство, да, снимающее, и оно получается как бы смотрит на цвет объекта, который меряет, и за счет этого цвета понимает, какая температура. But of course, it's not only the colors that a person can see. Но, конечно, это не только те цвета, которые человек может видеть. Because these devices are more advanced and they can see in much more wider range. Но эти устройства, конечно, они в отличие от человеческого глаза имеют более широкий спектр. And that's why they can measure more wide range of temperatures. И, соответственно, они могут видеть намного более широкий спектр излучений, да, температур. And so they are just, let's say, looking to the material to measure the temperature. То есть они практически смотрят на объект, чтобы понять его температуру. Okay? So it also uses the infrared radiation. Они тоже используют инфракрасное излучение, but with more, not
by one point, but by a camera with several, by big picture. Вот. Ну, не одной точкой, а вообще вот целым полем. И считывают температуру, инфракрасное излучение, соответственно, температуру. Окей? Хорошо? Understandable? Понятно? Да, хорошо. Да. Окей. Then let's come back to the probes, because I have made some small mistakes, some mistakes in describing them, and I want to change to show you exactly. Я там немножко ошиблась в электрических устройствах, поэтому хочу вернуться к ним. Окей? Окей, да, окей. So, first is resistance element, yeah? Первое это просто резистивность. They are using the mixture of materials, and they was one of the first electric kind of temperature indication. Первое — это резистивные элементы. Они, по сути, были первыми термоэлектрическими устройствами, электрическими устройствами, которые измеряют температуру. But they are not very very exact. Но они не очень точны. Okay? Then there are thermistors. Thermistors are not just a material, it's also semiconductors. То есть термистор — это не просто материал какой-то, который проводит, а это полупроводниковый прибор. So it is one small semiconductor. То есть это маленький, просто один маленький полупроводниковый прибор. Okay? But its disadvantage is that it's non-linear. Но его недостаток в том, что он нелинейный. That's why the engineers usually use two of them in such a circuit. Поэтому инженеры обычно используют два таких устройства и подключают их вот по такой схеме. To somehow minimize the non-linearity. Чтобы каким-то образом, то есть, чтобы вот эту нелинейность не исправить. But both are resistance elements and thermistors are self-heating. Но оба эти устройства, и просто резисторы, и термисторы, они самонагревающиеся, они себя нагревают и, соответственно, могут давать погрешность за счет этого. But the advantage is of such thermistors are small size and very low cost. Но такие термисторы, они очень дешевые и они очень маленькие, поэтому их удобно использовать. Окей. Next one is next type of devices is следующее устройство это RTD. So next devices is resistance temperature detectors. They usually include thermistor devices, but they are more advanced because they are using they are using the pure metals, for example platinum. That's why they are more accurate. То есть RTD устройства они более точны, потому что они используют чистые металлы, например, платину. Да, поэтому они более точные. But
as you understand, if they are platinum, that means they are more expensive. Но, соответственно, так как они платиновые, да, они более дорогие. And also they are linear. И также они линейные, что тоже важно. Okay, so here you can see the platinum RTD and the limits of temperature that they can measure. Здесь вот в таблице вы можете посмотреть, какие у них границы, измерения, да, довольно существенные. И соответственно, и, соответственно, что их довольно удобно использовать. And here you can see the resistance of it. А здесь вы можете посмотреть их сопротивление, depending on the temperature, в зависимости от температуры. And here you can see the temperature difference, the accuracy. А здесь вы можете посмотреть точность. For example, for such big limits of measurement, such accuracy is high enough. То есть для такой, для таких пределов температурных вот такая точность довольно высока. As I think, как мне кажется. It is almost everywhere less than one percentage. То есть почти везде он, эта ошибка меньше 1%. And there are several types of wiring of such devices. Ну и, соответственно, там может быть несколько вариантов, как его можно подключать. Такой RTD. Next one is thermopiles. Thermopiles. Следующее это как раз термо-ЭДС, о котором я говорила ранее. But the error that I made the problem is that there are thermopiles and there are thermocouples. Но ошибка, которую я вам неправильно рассказала, это то, что есть термо-ЭДС, а есть термопары, and they are different a little bit. Вот. И, соответственно, термо-ЭДС и термопары немножко разные. Because thermopiles, they are using only one contact of two materials to make the voltage. Потому что термо-ЭДС, они используют два материала, один контакт для того, чтобы создать разницу потенциалов и ток. While thermocouples, they are using three materials. And that's why there are two types of EDS, two types of voltage that are that can be used to measure the temperature. А тогда как у термопары у нее два контакта, соответственно, три материала. И получается у вас EDS на одной точке, на второй, и можно еще смотреть на разницу этих EDS. То есть получается. It means that thermocouple is more accurate than a thermopile. Поэтому термопара, она более надежна, чем термо-ЭДС. Because currency is accurate on the contact because of the difference in potential in one material by the temperature and in another material by the temperature. And in the contact, the voltage is accurate. Потому что у нас получается вот у одного металла, да, и у второго металла разные температуры, и из-за этого разный электрический потенциал, и за счет этого возникает ЭДС именно на точке соприкосновения. Okay? While for thermocouples we have one element, one material, second material, and third material, and there are two types of contacts, and this contact is measuring temperature in the material, and this temperature is measuring the temperature outside, and the difference shows more accurate the temperature. То есть смотрите, у нас термо ЭДС, оно просто вот так вот, два материала, они состыкованы, засунуты,
в устройство, да, и мы, получается, просто за счет того, что вот меряем ЭДС, меряем температуру. А здесь в термопаре немножко по-другому работает. У нас вот один материал, еще материал, и здесь материал, и две точки соприкосновения, да, TH, TS. Вот TH мы засовываем в материал, а TS у нас находится снаружи. И получается, что у нас здесь ЭДС есть, и здесь ЭДС есть. И мы можем мерить не просто одну ЭДС, а как бы сравнивать ЭДС в материале и сравнивать ЭДС вне материала. И за счет этого быть более точным. Understandable? Понятно? Да, понятно. So, the thermocouple is measure, the thermopile is measuring the temperature inside by converting it to voltage. Thermopile measuring the temperature inside the material, outside the material, and comparing the voltage in these two parts. Соответственно, у нас термо-ЭДС просто меряет ЭДС вместе с стыка материале, а термопара, она меряет ЭДС внутри, меряет ЭДС снаружи и сравнивает его, поэтому более точно. Окей. This I have described about tips. Про виды наконечников я вам сказала. About semiconductors probes. The difference between thermopiles or not thermopiles, thermistors, yeah, and semiconductors. Помните, мы говорили о термисторах и полупроводниковых устройствах. Thermistors, they are using only one semiconductor, while semiconductor probes, they are using the scheme of the semiconductors. То есть у нас, смотрите, термистор, он тоже использует полупроводниковые приборы, но только один. То есть там, по сути, один, по-моему, транзистор. То в полупроводниковых устройствах там целая схема. As you can see here. Yeah? Как вы видите вот здесь. That's why they are more expensive, but more convenient to use because they are but they are more accurate. Yeah? То есть они более дорогие из-за того, что они больше, и там больше устройств, но они более точные. Okay? That's all, I think. And let's come back to this table of comparison. Давайте вернемся к той табличке сравнения устройств. So here we have thermocouples. Здесь у нас есть термопары, RTD. So they are resistant with pure metal and thermistors. То есть у нас здесь термопары, у нас здесь RTD, который на чистых металлах работает, и термисторы полупроводниковые. Here we can see that thermocouple is a little bit nonlinear, but a little bit, yeah? Nonlinear, yeah? RTD is almost linear, yeah? And thermistor have non-linear сигналы. То есть вы посмотрите, у нас самые линейные это RTD. Термопара, она менее нелинейная, более нелинейная, да? А термистор вообще совсем нелинейный. So if you, it's better to use linear, it's better to use RTDs. То есть если вам лучше линейный сигнал, линейная зависимость, то лучше использовать RTD. But if you can convert the non-linearity by some device or by programming, then thermistors are okay.
Но если вы можете эту нелинейность как-то не справиться, то можно вполне нелинейно. So, what are the advantages of each type? Какие достоинства? Thermocouple is self-powered. It can work by itself because it is giving the voltage. У термопары плюс, что она сама себя питает, потому что она сама вырабатывает электросигнал. Понимаете, да? Also, it is simple rugged, inexpensive. It has wide varieties, many types, and wide temperature range. То есть, смотрите, она простая, она сама работает, она простая, она закрытая. Так? Она недорогая, термопара. У нее много разных типов, разных разновидностей, можно подобрать под свои задачи. И у нее широкий спектр температур, который он может мерить. And disadvantages of it is non-linearity, as we described before, low voltage, and reference required. You should compare it to something to understand which temperature or is stands for which voltage. Least stable, so it can be broken very fast. And least sensitive, it is not very accurate. То есть смотрите, какие проблемы. Нелинейная, мы уже обсуждали, да? У него маленькое напряжение, поэтому вам считывать будет, возможно, сложно, и надо сигнал усиливать. Она reference required, это значит, нужно сравнивать, да, калибровать. Потому что вы должны, прежде чем его термопару внедрять, вам нужно сравнить конкретную температуру с конкретным напряжением, да, и откалибровать, чтобы понять, какой вольтаж, какое напряжение, какой температуре соответствует. Она менее надежная, да, быстро выходит из строя, и не очень чувствительная. То есть точность небольшая. But it's very simple and very inexpensive. That's why it's very used, very commonly used. Но она очень недорогая и очень простая, поэтому ее очень часто используют. Okay, RTDs, the pluses. Most stable, most accurate, and very linear. Достоинство RTD, то, что она очень стабильная, редко выходит из строя, очень точная и нелинейная. Ну, вы видите сами по картинке, да, по графику. But the disadvantages is that it's very expensive. It needs some power to work, current source required. And the difference of resistance is very low. Yeah? Absolute resistance is also low. And it is self-heating, so it can impact on the measurement too. То есть смотрите, недостатки – это то, что она дорогая, но это мы уже обсуждали, то, что она платиновая. То, что оно требует питания, оно само по себе не дает сигнал, его надо подпитывать, чтобы измерять, да, потому что он сопротивление дает. Но при этом сопротивление, видите, разницы небольшие по графику, вы видите, что там разница сопротивление маленькое очень. Вот. И low absolute resistance, это значит, что вообще сами вот эти сопротивления, они тоже небольшие. Поэтому там нужно маленькое напряжение подавать туда, чтобы получать какой-то ток. Если вы сильно большое дадите, то вы не увидите эту разницу. И самый большой недостаток, что он сам себя нагревает, и поэтому может давать погрешности в измерениях. For thermistor, the advantages is that it has high output, as you see from the graph. It is fast, and you can measure 2 ohms, so 2 resistance. У термисторов достоинство, что они у них очень большое сопротивление, то есть вот вы можете легко мерить это сопротивление, потому что там большая разница. Они очень быстрые, и вы меряете сопротивление, можете мерить сопротивление в 2 точках, как на схеме показывали. As the scheme we have seen for thermistors.
как на схеме, которую мы показывали, рассматривали. The disadvantages is that it is non-linear, as we discussed, limited temperature range, fragile, it means it can break very fast, currency needed, yeah, energy needed, and self-heating. Недостатки, что оно нелинейное, что у него очень узкие пределы температурных измерений, оно очень хрупкое, может легко разбиться, fragile, и требуется питание, и он также, как и РКД, нагревается и может мешать измерениям. Okay, I think that for temperature measurement, that's all. И вроде как по температурным измерениям это все. Do you have any questions? У вас есть вопросы? We have 2 minutes left. У нас 2 минуты еще осталось. У меня нет вопросов. When you are choosing the device for the measurement, first of all, think of most simple and most cheapest. So, first of all, соответственно, вам, когда вы выбираете термодатчик, в первую очередь смотрите самый дешевый, самый простой. So, first of all, see the thermocouple. If it is okay, then use thermocouple. То есть сначала посмотрите термопару. Она самая дешевая и самая простая. Если она подходит, то ее используйте. Thermocouple or thermistor. То есть термопару или термистор. Because they are cheapest. Потому что они самые дешевые. If they are okay, then that's good and you should use exactly them. Then, if they are not okay, then look at the RTDs. First of all, you should look, if you need discrete signal, use bimetallic thermometer, and that's all. То есть смотрите, если у нас дискретный сигнал нужен, тогда вы биметаллическую датчик используете, и все. Because it's most cheapest and most simple. Потому что он самый простой. But if you need analog signal, then you should consider thermocouple and thermistors. Но если вы, вам нужен аналоговый сигнал, то тогда вам нужно рассматривать термопару или термистор. If they are not okay, then use RTD or semiconductor probe. Но если они не подходят, тогда обращайтесь к РТД или полупроводниковому устройству. And if you need to measure very high temperature, then you need to understand or to consider non-contact devices. А если у вас очень горячие устройства, материалы очень горячие, где может все расплавиться, тогда нужно неконтактные использовать. I hope that's enough. Я думаю, что вам этого достаточно, этой информации для практики. Да? Okay, then bye. Let's see